канале «Жизнь в Турции». Меня зовут Юля. И в городе Кушадасы снова открылась ярмарка. Сегодня здесь представлены товары со всех регионов Турции. Я очень люблю ярмарку, поэтому пойдемте посмотрим, что здесь сегодня предлагают. Различные сладости. И что мне нравится на ярмарках, здесь всегда дают пробовать. Мерабалар. Вот такие вот сладенькие. Очень вкусно. Ну вот это вот мармелад. Как я сказала, здесь все дают пробовать. Прогуляйтесь по ярмарке, выйдете не голодным, а сытым. Решила взять крем себе. Вот такой вот с орешками. Килограмм стоит 250 лир. А здесь продаются сыры, которые привезли из района Караденис. Вообще этот район очень славится своей молочной продукцией. Еще здесь есть вот такой вот сыр. Его используют для приготовления очень популярной еды. Называется мыхлама. Используют специально этот сыр. Я очень люблю это блюдо, поэтому не смогу пройти мимо этого сыра и не приобрести его. А этот сыр в Турции называется Иски Кашар Пенир. Он реально очень вкусный, и данный сыр выдерживали 3 года. Еще здесь можно попробовать чикёфте. Делается из булгура, томатной пасты. Заворачивается в капустные листья и кушается. Ну и баклава. Куда же без нее? Знаменитая турецкая сладость. А здесь продается различный пекмес. Пекмес – это сладкая вытяжка из растений. Очень полезна и популярна в Турции. Здесь продается знаменитый турецкий напиток. Напиток называется он шалган. Делается из сока свеклы. Есть как обычный, так и острый. Я так и не научилась его пить, но турки его любят. Я думаю, что все знают классический стандартный донер. Еще его называют шаурма. Делается он вертикально, на вертеле. Так вот, единственный горизонтальный донер, который изготавливают, делают в Эрзурум. Сюда его привезли, вот тоже показывает, как он приготавливается. Отличается он от классического донера тем, что здесь более толстые куски мяса. И в начинку кладут еще много лука. А это сарма. Делают это блюдо из листьев винограда, либо из капустных листьев. Внутрь заворачивают. Вот покажу поближе.
рис со специями, получается очень вкусно. Такие ярмарки в Кушадасе проходят регулярно, поэтому если вдруг вы будете отдыхать в городе Кушадасы и будет проходить такая ярмарка, обязательно сходите сюда, попробуйте различные блюда. Возможно, вы такое раньше никогда не видели и не пробовали. А я на этом буду заканчивать свое видео. Как всегда говорю, остаемся на связи. Не забываем подписываться, и все, всем пока-пока, до встречи уже в моих новых видео.